Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Дитол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они все сотого уровня, все платиновые и полностью прокачаны. Ребят, кто хочет себе прокачать аккаунт, есть ссылочка в описании нашего подписчика, пишите ему, он вкачает ваш аккаунт на максимум, даст все, что вы хотите. Ссылка в описании, играйте и наслаждайтесь игрой так же, как и мы. Да, ребят, все верно, а мы погнали в турнирную арену. Лигу мастеров команд Дитол, как всегда, на первом месте, и сейчас мы готовы взять первый состав от нашего подписчика. Так, а это будет у нас Дмитрий Касьянов. Смотрю, у вас с 2016 года, подписан с 2018, ничего себе. Моего состава ни разу не было. Ого, Дима, сейчас будет. Так, состав... Нет, не дело. Состав загадка, самый опасный убийца во всей Азии. Хан? Это, хотел сказать Джеки Чан, но нет, это Хан. Хан Джеки Чан. Ну, сейчас мы его найдем, сейчас мы найдем. Ух ты, блин, Джеки Чан, правда, давай, самый опасный. Давай, Хани-то где-то в конце, ты... мне кажется. Джеки Чан самый опасный убийца. Так. А, так, так, так. Первая торнадо и кофемашина. А... ну, кофемашина это у нас Донни. Ой, стоп, подожди. Тут ответы есть. Самый опасный убийца во всей Азии – это тигриный коготь. Да неожиданно. Ладно? Неожиданно. Слушай, вот это прикол. Ну ладно, пусть будет азиатский наш тигр. И получается у нас первый торнадо – это, ну, это Лео. Лео, конечно, да. И Донни получается у нас… Классический. Классический, да. Да, есть такой. Да что вы все лезете сюда без очереди? Донни классический. Где он? Вот он, вот он. А, Вот он? Да, конечно. Вот, точно. Да. Я его и не узнал. Ребята, если хотите попасть в наш видосик, обязательно поделитесь, поставьте лайкусик и напишите в комментариях свои составы загадку. Три штучки. Так, ну что, у нас здесь Эйприл, да, и прям сразу же можно мачете против нее использовать. Давай, да, мачете мощно идет в бой. 4600, неплохо, постепенный урончик наложили, и Лео добьет. Минус хиллер. Отлично, 2800. И теперь так, ядро давай зарядим. И да, по Донни. Ядро, ребята, заряжаем. Мощное ядро. Вот так вот оно летит. И ой, я там. Ты не то ядро зарядил. Не то ядро зарядил. А у нас другого. Ну... А, ядро из другого измерения. Оно сторону, ну, да. Разве не массовое? Кстати, как это слабо очень ударило. Массовая атака, ребята. Честно, как-то слабенько так. И против нас массовая атака. Ну, что-то мы закосячили, короче, ребят. Да ничего страшного, ничего страшного. Самое главное, что всех не убили разом, как это бывает, ребята. Поэтому нормально заморозочку отправим. Хотя он и так там уже без меткости, в слюнях каких-то стоит. Но ничего. Согласен. И оба-на, вот атака хорошая от Лео. Да, неплохая, совершенно неплохая. Вот оно, ядро опять же нам обратно. Но почему-то у нас только два дернулись, а тигриный коготь тут самый опасный убийца. Ну, потому что самый опасный убийца в Азии, поэтому... Все с ним понятно. Так, сенсей здесь бафы вешает на своих союзников. И тигриный коготь. Че мы, слэш добьем? Или... Да давай, да, слэшика. Слэшика нормально так выстрелим. Массовая атака, очередной раз используем. Конечно. Я забыл, что это массовая атака. Сорян. Да вот, ядро я про третье говорил атаку, а не про вторую. Ну ладно, ничего. Ребят, кстати говоря, тут массовые атаки не сильно очень нанесли дамаг нашим соперникам, да? Так, да, что даже можно сенсея добить. Можно сенсея вот так вот прям бам! Отправить в нокаут. Остается Донни. И хорошенечко зацарапать его. А, под защитой он. Под защитой не получится. Во, вот это ядро. Да, да, вот это ядро. Вот это ядро, наконец-то! Из другого ядро измерения. В студию. Да, ребята, идеальная победа. Классный составчик, спасибо огромное. Не забывайте, чтобы попасть в видосик, надо написать в комментариях три загадочки. Три загадки пишите, мы разгадываем, и вы попадаете в видосик. Но обязательно поделитесь, еще лайк поставить. Так, у нас следующий. Давай, погнали. Кто следующий подписчик? А это Диана Алексеева. Я смотрю вас 5-6 лет, и вот мой состав. Ничего себе, 5-6 лет, это очень много.
Очень круто. Дикий заяц. Конец, Дикий заяц, но это же Усаги конец. Усаги Зимбал. Слушай, он в самом конце и что-то не скроллится, а вот скроллинг есть. Вот он. Так, много разноцветных и маленьких. Не помню, как их называют. Ну, это маузеры, маленькие наши крольчата. Да. И Биба в костюме зайца. Ух ты, заяц Биба. Тут кратко. Потрясающий состав, мне нравится. А где он, Биба в костюме зайца? Вот это он, розовенький. Это Рокстери. Розовый. Вот левее розовый. А, вот он розовый. Так, состав называется все, «Заячный ладу. Переполох». Пожалуйста, возьмите мой состав в следующем видео, пожалуйста, я буду вам очень благодарен. Отлично, лайк и сердечко поставлены. Все, взяли? Пожалуйста, составчик видосики. Пишите ваши загадочки, ребята, делитесь видосиком и, конечно, ставьте лайк, и тогда попадете в видео. Так, ну что у нас здесь противники? Это Майки, наверное, с него начнем, да? Да, Майкосика. Прям хорошо на него. И мощную атаку от нашего Усаги Дзимбы используем. Да, Усаги-то у нас частый гость, поэтому я помню все его атаки наизусть, ребята. Хотя и у Дони помнил, но что-то призвал. Смотри, двойная атака, надо двойная, использовать. Двойная, есть, оба. Раз и с первой атаки даже удалось победить его. Так, отлично. Танцует, как всегда, атака и скорость атаки повышается. Танцор Майки нас, конечно, да, все нам повысил. И... ну, давай по нему и атаковать, что, ракетницу давай. Ракетницу. Давай. Морковную. Вот это вот кроличья ракетница. 6400. И смотри, доктор Роквель, что творит? А что защиту дает? Повышает. Крутится, вертится, бафы вешает. Все положительные. О, Саги как на помощь-то вовремя и правильно пришел. Ты смотри. Ну, Саги прям... молодец, помогает своей команде. И... и что у нас? Донни запускает свой дрончик. А, нет. Он еще крит повышает нам. Ничего себе. Уклонение повышает, а, уклонение. Да, и уклонение, и крит. Ну ладно. Все что-то и повысил плохо, прям. Чем? И наш Усаги Дзимба атакует. И, ну, давай, наверное, Бахстера стокнуло. Ну, а что делать? Они все защитой. Все, вон, двойную атаку ему сейчас сожрут. Кролики, маленькие роботы, большого робота не съели. Не смогли. И еще двойная атака. Прям да? По 1700. И обезьяна атакует и приходит на помощь Усаги. Да, ребятки, вот так вот. Давай обезьяну и добьем. Двойная атака тоже хорошо у нас есть у Саги. И практически добиваем. Тут приходят кролики, съедают, и остается один Донни. Да, Донни из фильма. Ему сейчас достанется двойная атака от Опа. Нашего Бибона. Мимо. Раз, Опа, два, мимо. И еще раз мимо. Ну ты смотри, какой, а. Ты смотри, какое, да, у, него, какое у него уклонение. Вот, пробил Усаги, Усаги молодец. Двойная атака от кроликов. Раз, кролики тоже не подводят. Биба у нас немножечко буксует. Ну-ка. Так, и все, Биба добивает. 2754, победа. Отлично, отлично. И у нас следующий составчик, ребята, от нашего подписчика. А это Dark Styx. Я все сделал, вот состав загадка. Ух ты, ничего себе тут загадка. Он был великий и высок по силе ясной, но стал еще сильнее, попав в мутаген. Ты, ну-ка, даже ну-ка. Стихи немножечко, проза затесалась, да, в комментарий? Да. Великий, высок, стал сильнее, попав в мутаген. Мутагеноид, наверное? Ну да, наверное, это он. У нас тут многие попали в мутаген, как бы. Но тут... у нас здесь все практически как... так-то или иначе связаны с мутагеном. Он был великий... А, подожди, великий и высок по силе... Слушай, ну, наверное, это... Может, это Супер Шреддер? Ну, давай Супер Шреддер возьмем. Кстати, мутагеноид, ну, попал. Он прям сам в мутагене. Он самый мутагенный из мутагенных. Ну, он самый мощный из мутагенных. Так, он был обычным мусорщиком, которого поразили мутагена. Ну, это Маквен. Маквен. Вот он. Так, один из братьев черепах, он самый умный, но никогда... А, но когда они жили в лесу, он стал королем гор. Ух ты ж. Ну это же Донни Видение у нас. Донни Видение, так ты король гор. Донни Видение, это у нас, знаете, волшебник. Дальше? Волшебник. Нет, 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 у него маска такая, у которой еще мощная атака. Короче, максимальный дамаг. А, Донни Видение, да-да-да, все вижу. Вот он. Король гор, ребята, с нами. Так. И все, да, составчик взяли. Dark Styx, спасибо тебе огромное. Ребята, не забывайте делиться видосиком и, конечно же, писать ваши загадки в комментариях. Давай по майке сразу же зарядим. По майке. По майке. Вот так вот сильно, хорошенечко.
Заряжаем супер шреддер, бам, 3700. И здесь у нас Майки берет что-то не танцует, массовое. Черегены полетели. Да. Я уже думал, и кулаками. Танцует. Кулаками. Ты хотел поехали. Мусор запустить. Я хотел мусорочком хорошенько всех завалить. 16 тысяч, ребята, вы видели? 16 только что на 16 тысяч? Я не заметил, прикинь. Да, я начал выбирать да. атаки. Давай, Донни. Донни, давайте и мощную атаку вот последней. Глыбой. Глыбой. А Донни. Ну ладно, доктор Рокель тоже доктор Рокель сразу у нас точно улетит. Донни еще может сопротивляться, а этот сразу он улетающий. Донни Гринальный на нас нападает, и смотрим, какой результат будет. Заблокировал способность. Да, способность заблокировал, а Донни что? А ничего, массовую атаку. Массовую использует, да, конечно. Так, обычная атака, атакуем Донни. И... оп, 3400, неплохо. И здесь мусорный... Можно плюнуть в него, кстати говоря, но да. можно и обычно. Да ладно, мне кажется, добиваем мы обычно... Донни. Мы очень быстро, стремительно, прям обычными атаками атакуем. Мне смотри, кажется, они очень мощные. Здесь используют вот эту вот теневую такую атаку, 1542. И... А, у нас защита была. И... Да. Можно было и массовый ну, брать, да? Массовый было бы хорошо. Вот так. 4800. Мне и нравится. Добиваем. Отлично, все, осталось только раф. Мне нравится вот эта пара. Один прибивает, другой разрезает. Такой, знаешь, бам-бум, пресс. Так, ну что? Да, мощно, мощно. Контратака у нас. Ну-ка. Чекаем. 2900. Контратака. И кто же счастливчик его добьет? Это мусор. Мусор счастливчик. Ну-ка. Бам! Не добивает, ребята. Еще и контратаку. Ты смотри, что делает. Он прям борется. Он прям борется. Вот прям здоровый огромный молот. Бам! Давай, погнали. И победа. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться и делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Тол. До новых встреч, новых видео. Пока. Пока.